Говорит житель поселка Черепановский. Рядом с деревней, под видом санитарной вырубки леса, идет сплошная вырубка. Это недопустимо. Это видеообращение местные жители направили в Генпрокуратуру и в правительство края. Они считают, этой зимой на их глазах совершено преступление. Это не китайцы, это наши деятели. Вот эта вот площадь вся вырублена буквально за эту зиму. Год назад за домом Галины Григорьевны Галузиной начинался лес. Сейчас постоянно пылящая грунтовка. Косвенно о количестве леса, которое здесь вывезено, говорит вот эта вот лесовозная дорога. Настолько спрессована, настолько продавлена. Смотрите, сколько сантиметров. Перед с одной стороны, перед с другой стороны. Документы оформлены. Везут каждый день по несколько машин. А какую древесину возили? Хорошую. На срубе я это вижу. Видимо, ужасно выпиленный лес. Аншлаг. Здесь мы наблюдаем древесину, которая совсем не поражается полиграфом. Прекрасная осина. Здравствуйте! Есть кто-то? Никого нет, сверху идет работа. Сейчас мы попытаемся проехать вот туда как раз. Сплошняком все вырезано. То есть тут какие санитарные? День добрый, мужики! Что, поснимаем? Они сплошняком рубят, что ли, получается? Да, сплошняком валит. О, пошел. Именно так происходит лечение леса, или, судя по этому документу, санитарно-оздоровительные мероприятия на основании госзадания краевому автономному учреждению «Алтайлес». Смотрите, вот здесь вот перед вашими глазами еще оставшийся лес. Здесь видны вот зеленые пихты и вот такие вот красно-желтые, которые считаются пораженными вот вредителями. Вот дальше вот смотрите, вот это вот лес, пораженный болезнью, он еще остался. А вот здесь вот вылеченный лес, в котором нет ни больных деревьев, ни леса совсем. Уссурийский полиграф поражает сибирские пихты, поселяясь в коре. Здесь в одной куче стволы осин, рябин, лип и краснокнижных растений. Так, это не пихты. Вон они, вон березки, эти мальвы, огоньки. Жук бы столько не съел. Вырубили сейчас, вот валы вот эти делают, деревянную чистят. Не сжигать было, да? Не знаю, сжигать не было. Этот кадр был снят 27 мая. На этом видео уже 3 июня. Все это время порубочные остатки в лесу пылали, так что местами выгорел даже черный плодородный слой, превратившись в каменистый желтый песок. Половина в землю закопана, половина сожжено. Горит до сих пор. Когда сжигали... Было что-то страшное, я здесь была как раз. Да. А вот вы за белых или за красных? Я местный. Ну, вы за кого? Тоже против? Против, конечно. Местные жители совсем не экстрасенсы, они не в курсе, чем завершится эта история, но точно знают, куда в следующий раз поведут лесопатологов искать опасных вредителей леса. Вероятнее всего сюда, на лесной квартал под сопкой «Маяк». Вот лежит зеленый, его пробьет, когда ехать. Прошлого года вот лежит. Комиссия вообще в этот лес не запускает никого. Тут комиссия с Москвы. То есть это питомник получается для этого, для караида? Да. Дмитрий Клишин, Вести Алтай.